Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам о своей покупке в интернет-магазине farmcosmetic.ru, то есть косметика аптечного направления. В этом магазине я делаю достаточно часто покупки. Меня в этом магазине устраивает абсолютно все. Устраивает их обслуживание, устраивает большой спектр средств, которые у них присутствуют, и, конечно же, разнообразные. Итак, первое, что я заказала, это средство от российского производителя Кора, и это тоник для чувствительной кожи лица, который прекрасно увлажняет кожу. В составе здесь лист смородины, лист красного винограда, конский каштан, рябина, кофеин, депантенол. Он прекрасно действительно увлажняет кожу, он не содержит спирта, и в этом флакончике 100 мл, и находится он в двух таких крышечках и пульверизатор. Распыляю я его на лицо, как тоник, либо утром, либо вечером, и действительно такое долгое увлажнение очень хорошо ощущается. Превосходный тоник с легчайшим ароматом, и его цена за 100 мл 221 рубль. Итак, второй продукт, который я приобрела, это ампулы от немецкого производителя Janssen Cosmetics. Ампулы для кожи с куперозом. И здесь 7 ампул по 2 мл. Выглядят они вот таким вот образом. Они вот так вот прекрасно выезжают. И вы видите, что здесь их 7. Я 4 уже использовала. Каждую ампулу, конечно, нужно использовать по одному разу. Но все-таки 2 мл... На щеки мои это очень много, и каждую ампулу я использую два раза. Наношу я половиночку вечером и вторую половиночку следующим вечером. Девчонки, эта штука действительно работает, и вот после применения 8 дней, то есть у меня получился такой, да, недельный пока курс, я действительно вижу результат, мои сосуды начинают уменьшаться, моя сосудистая сетка начинает светлеть. Это просто что-то потрясающее. Я даже не ожидала, что эти ампулы действительно смогут так быстро сработать. Итак, антикуперозные ампулы. Здесь 7 ампул по 2 мл. И цена его была 891 рубль. Итак, следующий продукт, который я приобрела, продукт от Avène. И это корректирующее средство для чувствительной кожи лица с ярко выраженным куперозом. Вот так вот выглядит его упаковка. И сам тюбик выглядит вот таким вот образом. Здесь 30 мл. Значит, что обещают нам это средство? Наносить его нужно либо один, либо два раза в день. У него достаточно плотная текстура, которая так очень густо наносится на лицо. Применять нужно, чтобы увидеть результат, приблизительно 3 месяца. В составе здесь термальная вода Avène в высокой концентрации. Также экстракт рускуса, который улучшает микроциркуляцию кожи и также отвечает за уменьшение сосудистой сеточки и покраснение на коже. Пока я, конечно, не могу сказать, что этот крем какой-то потрясающий или он что-то делает с моим лицом, потому что я его также использую на протяжении недели. Использую я его вместе вот с этими ампулами, поэтому, конечно же, могу сказать, что оба этих средства работают, но по текстуре плотный. Наносить его можно, в моем случае, только на ночь, потому что, думаю, с утра это будет очень жирно и очень плотно. Приятное средство, как сработает, обязательно вам расскажу. И здесь 30 мл, и его цена была 781 рубль. Следующий продукт я не приобретала за свои собственные деньги. Магазин сделал мне такой подарок. И это была маска для лица также от Avène, интенсивно увлажняющая для чувствительной кожи. Подробно я о ней рассказала в своих масках для лица. И в этой масочке 50 мл. Выглядит тюбик вот таким вот образом. Она достаточно очень густая. Я ее уже успела попробовать. Всего, правда, один раз. Наносится достаточно сложно, почему-то она как-то начинает подтекать, но когда полностью вы ее нанесли, хорошо она лежит, выдерживать ее нужно приблизительно 15 минут, и после этого должна быть потрясающе увлажненная, какая-то гладкая кожа. Я могу сказать, что с первого раза я не увидела практически никакого результата, моя кожа была
не очень гладкая, как это бывает обычно, может быть, даже не очень увлажненная. Но здесь написано, что нужно использовать ее ежедневно в течение недели, а затем один раз в неделю уже для поддерживающего результата, возможно, спустя неделю, но мне кажется, даже уже сам тюбик закончится, потому что столько, сколько ее нужно было нанести на лицо, меня, конечно, это поразило, это количество. Поэтому, как я ее использую или как я увижу какой-то результат, я обязательно поделюсь с вами этой информацией. Итак, следующие два крема, которые я приобрела, это были два крема для кожи с тенденцией к акне. Ни один из этих кремов я еще не пробовала. Этот крем я купила для своего ребенка, это эксфолиат, это соточка, это крем, который будет препятствовать появлению угрей, появлению прыщей. Достаточно слабая версия, потому что у него нет особых проблем, но нужно все-таки бороться с этой жирностью, чтобы, не дай бог, что-то появилось. Сейчас у него заканчивается первый его крем, и затем он начнет пользоваться этим. Я уже расскажу, что и как. И девчонки, которые просили меня сделать видео об уходе за кожей мальчишки-подростка. Я это помню, я это обязательно сделаю, я к нему готовлюсь. Я хочу, чтобы просто он попробовал и этот крем тоже, и я уже сделаю такой сравнительный анализ, что действительно лучше подходит подростку, когда у него именно вот этот вот гормональный период, когда требуется средства, которые будут предотвращать, либо лечить те угревые высыпания, которыми подростки страдают. Флакончик этого крема выглядит вот таким вот образом. Это такая малюточка. Здесь всего 30 мл. И его цена была 567 рублей. И второй продукт, который я уже приобрела для себя. Крем от компании Ducray. Для кожи с тенденцией к акне. И здесь написано, что специально разработанный крем для кожи, склонной к акне. И здесь уже подход такой комплексный для того, чтобы предотвратить и уничтожить все высыпания и как раз-таки черные угри. Здесь, конечно же, есть гликолевая, салициловая и молочные кислоты. Здесь также есть силициат цинка, экстракт савеля, который уменьшает выделение себумы, и также этот крем отвечает за то, чтобы придавать коже матовость. Тюбик выглядит вот таким вот образом, он также с носиком, в нем 30 мл. Конечно же, я его еще не пробовала, так как моя биодерма еще не закончилась, но мне очень было бы интересно, конечно, его попробовать для того, чтобы сравнить и сделать такой сравнительный анализ двух средств, которые должны работать против акне, и обязательно в следующих видео я поделюсь с вами подобной информацией. Как я уже сказала, в тюбике 30 мл и его цена 567 рублей. Итак, это было видео о моей покупке в интернет-магазине farmcosmetic.ru, то есть косметика, которая относится к аптечному сегменту. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас и остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. На сегодня это все. Я желаю вам оставаться всегда красивыми и совершать нужные и ненужные покупки. Увидимся с вами в следующих видео, услышимся с вами в комментариях. Пока!